Питание для роста мышц и похудения продолжается, а это высокобелковый скрэмбл из овсянки. Суммарно получаем 34 грамма белка и нескучный завтрак. Все начинается с банана, к которому добавляется овсянка, куриное яйцо и корица. Тщательно перемешивается и заливается на подогретую сковородку. Дальше все перемещается на тарелку, где нас ожидает высокобелковый йогурт. Оформляем ягодами, поливаем медом и enjoy!